Всем привет на моем канале. Видео из рубрики «Мастерская Лазерман». Приехал SuperTool 300 с такой проблемкой. У него сломана педалька блокировки. Ну, судя по телефонному разговору с владельцем, видимо, там усик отломан. Значит, получается, у меня как раз одна такая педалька оставалась. Последняя, черного цвета. Насколько я понял, тул светлого цвета. Но владелец согласился, потому что, в принципе, я и так понимаю, что деталь довольно-таки дефицитная, чтобы ее просто так взять и легко найти. Значит, что нам понадобится? Ну, клипсы для разборки я буду использовать. Возможно, тяжелая артиллерия понадобится. Возьмем газетку, постелим плотную. И, кстати, антибактериальные салфетки для дома я вот такие покупаю в наших магазинах АТБ. Антибактериальные. Большая упаковка. Здесь 120 штук. И тут салфетки большие. Помните, у меня были маленькие антибактериальные. Но вот эти удельно дешевле выходят. Это при том, что еще площадь салфетки значительно больше. То есть, ну, те компактнее с собой носить, а эти, если для дома, то лучше такую упаковочку купить. Так, ну что, значит, данные не показываю, ни свои, ни отправителя. Они с обратной стороны. Будем открывать. Итак, посмотрим, что тут за SuperTool 300. Так, извлекаем. Больше в пакете ничего нету. Убираем его. Ну, вот так упакован. Поменьше стараюсь как бы ножом влазить, чтобы там не увредить посылки. То есть там, где уже совсем надо подрезать, тогда это... Потому что очень мне не нравится видео распаковок, где человек там берет гигантский нож, там хрясь его в упаковку. Есть у нас такой один обозреватель известный. Так, вот, SuperTool 300. И таки, да, вот у него сломана эта педалька. Ее же даже можно вытащить. Ух ты, у него еще с пассатижами какая-то ситуация любопытная. Видите, кончики, видимо, были подломаны и подкорочены. Либо изначально так было задумано. Так, а ну-ка. А ну-ка. Ага, нам еще вот что понадобится. Вот такая штулька. Раздвигать раму. Значит, ладно, пока я думал вытащить педальку так, но что-то она там плотненько сидит. Вот тут вот она зацепилась. Ну, чтобы сейчас прямо ее не дергать. Начнем с того, что будем раскручивать вот эти вот винты. Значит, начинаем с клипс. Так, достану клипсы для разборки. Пока попробуем одной. Суть в том, что втулка на SuperTool 300 не цилиндрическая, имеет скосы, и она в целом держится в раме. Но если винт не сильно крепко сидит, то, соответственно, можно одной клипсой. Если будет крепко сидеть, то тогда эта втулка может в раме и провернуться, и тогда надо будет с двух сторон держать. Значит, винт находится, если вот так смотреть, с противоположной от клинка стороны. Если до этого никто не влазил и не менял. Или если вдруг там один на миллион случаев на заводе случайно не так собрали. Значит, насаживаем винт. Ну, мне, значит, сейчас у меня эти клипсы немножко разные в структуре. Вот этот. И легким движением пробуем двигать винт. Вперед и чуть-чуть назад. Вперед и чуть-чуть назад. Вперед, чуть-чуть назад. Чтобы если я буду полностью крутить в начале, то можно реально втулку провернуть. Вот. Открутили, открутили. Я, кстати, полностью не буду вывинчивать в этом случае этой процедуры. Надо чуть-чуть расслабить, чтобы была ширина. Вот. Ну, достаточно уже, видите, пошел хорошо винт. Нам не понадобилась никакая тяжелая артиллерия в виде этих. Теперь педальку мы совсем легко вытащили. Теперь берем, где черная педалька. Черную вставляем. Сначала в один завели конец. Ну, теперь другой. Вот, кстати, наверное, мне тут даже рукой, возможно, получится. Я думал вот этой штукой расклинить. Сейчас попробую. Вот так. И раздвигаем раму. Нет, немножко мешают упоры. Значит, тогда еще чуть-чуть откручу.
Вот. И попробуем рычагом отверткой. Давайте даже мультитула возьмем. Например. Например, вот этот. Гербер. Приподнимаем и туда пытаемся ее затолкать. Насколько это получится. Так, придется увести из кадра и прижать к груди. Ну, суть вы поняли. Я сюда ввожу и такой рычажок делаем. О, все, не пришлось уводить из кадра. И додавить. Есть, все, защелкнулась. Защелкнулась, она придавлена. Теперь надо будет завинтить обратно. Да, вот этой. Завинтить обратно и посмотреть, что там будет. Ну, кстати, салфетки я забыл использовать, потому что обычно бывают тулы такие грязные, приезжаешь, что просто это. А тут довольно такой чистенький, ухоженный, что я даже, знаете, говорится, респект владельцу. Потому что, ну, я знаю, вы видите мои видео, какие приезжают ужас. Так, педалька действует абсолютно хорошо. Завинтил я в меру туго, то есть нормально. Слабее, не знаю, не надо. Он просто тут все-таки, конечно, там элементы грязи есть. Ну ладно, чуть-чуть слабее сделаю. Чуть-чуть. Ну, то масло надо будет капнуть. Это я уже, например, капну, но уже под рукой нету. В другой комнате находится. Ну все, ну так получилось. Замена педальки. Ничего, она оботрется и будет светлая. Если надо, то можно то покрытие и самому убрать. А можно так и оставить, оно будет сразу визуально знать, где в какой рукоятке. В черной находится серейтер и пила по дереву. Кстати, пила по дереву кривая. Видите? Видимо, хорошо ей пилили. Вот. Ну да, видите, такой тул в жизни немножко повидал. Вот это кончики, пила кривая, педалька сломалась. Но в целом мы его восстановили. Оно тут также по тугости сравниваю. Так, еще чуть-чуть ослаблю. Все. Ну, уже больше точно нельзя. Значит, там надо будет маслом прокапать, чтобы... Да, ну, легче ход стал. Все, отлично. Вот эти инструменты сразу все вылазят, потому что шайб между ними нету. Это... Потому что, когда есть шайбы, то тогда один вылазит. А когда шайб нету, или когда там грязь и шайбы есть, то сразу по три вылазят, и начинаешь один выбирать. Так, ну все. Ремонт сделан. Назад его будем запаковывать и отправлять владельцу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео.